Это будет цыпленок табака. Как вы провели карантин? Посмотрите, какой нож. Ваше здоровье. Живите Спасибо. Дольше, живите лучше с компанией Цепта. Привет! Это «Чудеса» от «Цептор Перезагрузкам». Традиционно в нашей уютной студии я, Назыма Гадельбек, и сегодня я пригласила в гости очаровательную, красивую, талантливую певицу Жанну Орумбасарову. Жанна, здравствуйте! Здравствуйте, Назымочка, как ваши дела? Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вас всех приветствуем, ну и, конечно же, в первую очередь я хочу вам сказать спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Приехали не просто так, а сегодня вы будете помогать мне готовить наивкуснейшие блюдо. Это будет цыпленок табака. Что нам нужно для того, чтобы приготовить это наивкуснейшее блюдо? Это непосредственно сам цыпленок и овощи. Это картофель, кабачок и красный перец. Ну и, конечно же, все мы заботимся сейчас о своем здоровье, да? Многие сейчас перешли на ПП питание, да? Это у нас будет с вами наивкуснейший смузи. Что нам нужно для него? Это зелень, непосредственно сами фрукты. Сегодня мы взяли яблоки, мандарины, персик, киви и бананы. Вот, вот так незамысловато мы сегодня будем готовить в посуде от компании Цептор. Как вы провели карантин? Я смотрю, лишние килограммы не набрали. Путешествуете по Казахстану, изучаете природу родного края, так скажем. Да, я вот видела недавно, что вы вернулись, были на Кульсай. Кульсайских озер, да. Угу. Нашлись очень много каких-то открытий, да, допустим, то же самое, там, спорт, ну, как спорт, допустим, ходьба в горы, путешествие по Казахстану, то есть то, что мы раньше, некогда было нам заниматься, вот, допустим, даже вот куда-то ехать, да, вечно куда-то же рвешься, там, то за границу, а тут просто сама жизнь нас заставила открыть глаза на наши красоты, понимаешь? Я вот сейчас, у меня уже в планах есть, допустим, я, живя долгое время в Алма-Ате, уже более 20 лет, я ни разу не была на Кульсайских озерах. Всегда мечтала, ну, когда-нибудь я поеду, и вот он тебе шанс. А, приглядитесь, пожалуйста, вот к этой посуде. Красивая. Она не просто красивая, она еще очень полезная. Вот смотрите, у нас здесь наш цыпленок, да? Да, мы сохранили все его полезные качества. Мы, это... Вакси, посуда вакси. Вот смотрите, прям что мы делаем. Да, да. То есть мы сохраняем все полезные свойства. Вау! Все. Видите? Да, я поняла. Вот, достаем. То есть она всегда в свежем состоянии. Да, и вот смотрите. Вот сколько она вот так может лежать? Что вот очень долгое время, причем запах не будет распространяться в вашем холодильнике. Прекрасно. Нам необходимо нагреть нашу кастрюлю. Это 5 литров кастрюля. От компании Цептор. Мы ее нагреваем, ну, максимум там 2-3 минутки. Ну что, Жанна, мы с вами уже поместили нашего цыпленка в нашу 5-литровую кастрюлю, да? Без добавления соли, перца и масла мы будем готовить цыпленка табака в своем собственном, так скажем, соку. Поэтому сейчас мы уменьшили нашу индукционную плиту до 120, то есть мы ее нагрели на 240. Сейчас, вот если вы обратите внимание, здесь у нас на табло 120. Когда будет выделено уже достаточно своего сока, мы перевернем. Вот, как здесь приятно. У нас, смотрите, картофель небольшого размера. Давайте, Жанна, я вот вам дам кабачок, вы его, пожалуйста, посмотрите, какой нож, посмотрите, ой, какой он легкий. Когда мы перевернем нашего цыпленка, да, мы красиво украсим уже картофелем, кабачком. Просто сверху, и да? Она да, прям рядышком, да, потушится, опять же таки, не добавляя ничего, да. Вот посмотрите, я вам хочу рассказать, Жанна, про еще один чудо-аппарат от компании Цептор. Это арт-микс. Кашу мы пробовали здесь еще приготовить. Что и можно делали, там приготовить? Делали джемы, в общем, делали кабачковую икру здесь, так скажем. Насадочки такие, да? Две насадочки, да. Одна для холодного приготовления, другая для горячего приготовления. То есть даже суп можно приготовить благодаря арт-миксу. Ну что, прошло не так много времени, и мы уже готовы перевернуть нашего цыпленка. Вот посмотрите, Жанна, смотрите, пахнет. Вау, как... Какой как вкусно пахнет. Не теряя времени, давайте будем укладывать так, уже. Я думаю, надо начать с картошечки. Давайте. Угу.
Так, Жан, ну все, давайте тогда мы будем уже приступать с вами к приготовлению нашего смузи. Вот смотрите, мы тоже сегодня будем готовить смузи без сахара, без добавления сиропов, да, различных. Все у нас будет сохранением собственных природных качеств наших фруктов. Все, витамины остаются. Витамины остаются, да. Вот буквально еще несколько минут, ну минут 5-7 до завершения приготовления нашего цыпленка. Угу. Жан, откройте, пожалуйста, посмотрите. Мы проверяем овощи, которые я заложила до этого. Я предлагаю назымочкой сверху сейчас вот этим душистым мандаринчиком добавить сок для пикантности. Давайте. Сначала посмотрим, что у нас. Вау, какая прелесть. Аромат. Аромат. Я вот пока Жан добавляет, хочу сказать, что мы не добавляли масло, не добавляли соль и не добавляли перец. У нас цыпленок табака готовится в своем собственном соку. Мы еще добавим очень полезное молоко. Все, программу установила и нажимаю на старт. И я увидела, что у нас еще осталось киви. Да. Мы же не будем выбрасывать это киви. Надо его использовать. Поэтому, мне кажется, нужно добавить сюда для пикантности опять-таки. И каждая хозяйка знает, в принципе, в еду каждая хозяйка добавляет какую-то свою эмоцию. И сегодня мы с вами эту эмоцию сделаем в виде вот этих вот прекрасных киви. Раз, два, три, открываем. Да. Ой, как прелесть. Смотрите, киви, она немножко расщепляет, и она дает такую вот мягкость мясу. И это чистый эксперимент. Посмотрим, как же она преобразится. Ваше здоровье. Ваше здоровье, господа. Прелесть какая. Это просто божественно. Это просто какой-то волшебный молочно-фруктовый коктейль сезонный. Сами придумали название. Давайте самое, мне кажется, ответственное сейчас действие – это надо попробовать нашего цыпленка табака. Потому что смузи мы с вами попробовали. Я буквально глотнула, но нужно потом будет выпить. Да, но давайте. Я как ответственное лицо сегодня, как аксакал, беру ножик и буду пробовать цыпленочка, приготовленного в нашем прекрасном волшебном цепторе. Да? Да. Доверяете? Доверяю. Вау, оно прям такое. Вот видите, какая прелесть получилась. Она мягенькая, когда ты режешь. Ну что, пробуем? Да. Вообще нет ощущения, что соли нету, что специй никаких нету. Все в своем соку. Очень вкусно. Даже не сухое. Обычно сухое бывает, когда масло не добавляешь. Цептор всегда дает больше. И, конечно же, Жанночка, я не хочу отпускать вас с пустыми руками. Жанна, это Бат Маканел. Я сама на протяжении 3 недель пользуюсь и употребляю Бат Маканел, который зарядит вас зарядом бодрости, энергии, улучшит состояние и цвет вашей кожи. В общем, вы будете с Маканео с каждым днем становиться моложе, краше, а самое главное, будете самой счастливой женщиной на свете. Здесь вам вот прям, знаете, такой большой запас. Спасибо большое. Вот, вау, вот еще какая прелесть. Ура! Будьте здоровыми. Живите дольше, живите лучше с компанией Цептор.